Всем привет! Сегодня немножечко попытаемся в очередной раз убить первого мини-босса, который идет по квесту. И посмотрим, как это у меня получится. Как видите, здесь целая свалка. Но я думаю, нам места тоже хватит для того, чтобы это сделать. Поехали. Ребята подсоединились. Ой-ой-ой. С такой толпой, наверное, все-таки есть шанс убить его. Надеюсь. Так, что так все просто? Не может быть. Да, без помощи ребят я вряд ли бы справился бы. Со своими-то кривыми ручками. Вот эта черная злодня, которая нас подправила его убивать. И... слот расширения, ожерелье и сундук с оружием Элси. Ага. То есть все-таки этих мини-боссов лучше все-таки выполнять. Давайте поможем тогда ребятам. Дружненько запинываем всех. С этим все. Вот этого еще поможем и тоже побежим по своим делам. Хотя непонятно, наносим мы ему урона. Ну все, как бы. Надеюсь, мы всем помогли. Так, это мы слотик этот. Это мы на себя одеваем. Меткости нам добавили. А, это уже нового вызывать.
Так, а оружие Элси, что оно нам даст? Топор Элси. То есть с вампиризмом, возможно, пригодится. Пускай покамись лежит. Так, ну, миссия оказалась гораздо проще, нежели чем я думал. И долго одни решался ее пройти. Ну, да ладно, пробежимся по... том, что мы еще узнали. А узнали как бы мы следующее. Как видим, на 55 очков работы мы поизучали, помимо новых людей, много торговцев, приключений, растений изучили все различных, но это как бы не предел. Также побаловались немного с работниками. Ну, к сожалению, все ленивые работники, и нужно будет варить пиво для того, чтобы им восстановить производство и дальше побаловаться. Но в этом городе я вряд ли задержусь надолго, поэтому как бы новых работников я покупать не буду. Это небольшой склад. Тоже потренировался в крафте. Это перерабатывающий цех. Двухэтажные дома, вот как бы мастерская. И железную кирку можно изготовить, которая будет 150, если я не ошибаюсь, единиц прочности для добычи. Как бы проще гораздо будет добывать, а не носить с собой с десяток кирок. Что еще интересного? Интересного здесь, наверное, о ежедневной миссии, которые, к моему удивлению, появляется не в том городе, в котором вы сейчас находитесь, а в предыдущих городах. Обычно они подсвечиваются желтым восклицательным знаком, и их очень много. Но в принципе не очень полезны для очков влияния, чтобы их прокачать. Что пробежась по старым городам, выполнив все миссии, которые могут, конечно, растянуться на 2 часа и более, взять 4 очка влияния, то есть это по минимуму. Если же это все быстрее выполнять, я думаю, что можно взять и больше. Вот еще тут ребята рыбу ловят. Я еще этим вопросом не занимался. Будет очень интересно, как оно здесь-то происходит, ловля. Квест лежит, вернее, висит у меня на рыбалку. Он мальчонка с удочкой. Думаю, за кадром я поразбираю, что такое рыбалка. И тут еще лодки есть. Ага, я думал, можно поплавать. Просто как декорация. Как видим, детей всего лишь во втором городе. Хотя уже ранний доступ прошел, начался обычная ОБТ. Места всем, в принципе, хватает. Конечно, на некоторых локациях бывают заторы. Но это не сильно страшно с моим скоростью игры и занятостью. Этого зачастую бывает достаточно, чтобы найти себе чем позаниматься. Как видите, есть еще вопросы неизученные, которые займусь тоже изучением. Это или животные, или неписи. Вот, кстати, вот такие желтые вопросы. Это обозначает, что у нас есть ежедневное задание, которое
мешало выполнить для раскачки. Узлы здесь немножко подкрывал, но скорее всего, что перебираюсь в город новый, а уже в Хиделе, я здесь наверняка все перераспродам. Но может быть, кроме склада, может быть, какие-то узлы оставлю. Посмотрю, как будет с очками работы. Вот этот замок. Я тут глупым делом сунулся. Но, в общем, меня туда быстренько вынесли мобы. Практически с двух ударов. Как видите, на пристани очень много ребят, которые перевозят паки, которые они настроили в этом городе. Ну, либо, как мы видим, занимается рыбной ловлей, из которой, скорее всего, что делают тоже торговые паки и продают торговцу. Да, кстати, здесь попался на удочку квесту у торговца торговое предложение. Конечно, силу я пока миссию выполнял, прокачал на второй левел, почти что третий. Но, скажем, это очень длительный процесс. Конечно, лучше бы это ослика загружать, нежели самому бегать. Потому что их потребуется очень большое количество перевести торговых паков. И причем эти торговые паки на определенное время могут закончиться. И придется побегать чем-то другим, позаниматься. Пока эти паки снова не появятся. В награду, к сожалению, получаем мы монетку, которую можно продать торговцу, и сертификат. В данном случае меня еще на один торговый пак обменяли, который мне пришлось оттащить и продать, чтобы получить немного серебра. Так, ух ты. Пока мы тут с вами насолились, мы еще заработали один параметр тонуса, что делает нас немножечко выносливее в плане долгого бега. Но на следующий раз я наверняка все-таки засниму, наверное, призыв нового мини-босса. Может быть, что-нибудь еще интересное в своих записях найду рассказать или показать. Потому что смысл показывать долгий нудный кач, либо бегание и собирание ежедневных миссий, где нужно срубить 100 деревьев, либо 100 животных каких-то убить и снять с них шкуры, в принципе, будет не сильно интересно. Всем пока-пока.